чөлөөлөгчөд тусах юм бол шинэ промошн манай Евразиас авах гэна. То есть коллаборация на Great Escape достаточно просто, как технически, да, мы знаем, что нужно делать, да, нужно поддерживать ранг или закрывать новый ранг, да. Но мы хотим, как бы, предложить вам еще одно, еще один промоушен, который именно порождает именно такие действия, да, поддержание текущего ранга или еще закрытие нового ранга. Затегет, in promotion of the Great Escaping, promotion the bus making adilhan, шин цолон төрн, тэр цолоо дахин хамгаалах. Так что вот этот промоушен начинается именно с этого месяца, с ноября, идет по апрель следующего года. То есть 6 месяцев, такой коллаборационный период. Заим зурган сарын промоушен ага, энэ сараас эхэлж байгаа 11 сараас эрэх жилийн 4 сард дуусна. И вот этот промоушен какой, да, порешает такой два, я бы сказал, действия. Либо поддержание, закрытие нового ранга, и еще мы хотим помогать вам посещать конвенции. Потому что мы знаем, что многие из вас не смогли попасть на конвенцию в Орландо, которая была несколько месяцев назад. И нам, мы считаем, что это просто несправедливо и нехорошо, и мы хотим исправить эту ситуацию. За энэ промоушнерыг та нарыг зөвхөн Great Escape-ийг ирэхэд тусдахаас гадна одоо Америкийн эрч хуулганд ирж чадаагүй болох те одоо ирэх жил болох Солонгост болох те Азийн эрч хуулганд одоо ирэхийг чинь бид нэр бас дэмжмээр байна. Так что, если вы не знаете, будет конвенция в следующем году, в июне, 5 и 6 в Корее. За та нар мэдээгүй болвол ирэх жил Азийн конвент эрч хуулган болно. Тэр нь Солонгос 6 сарын 5-аас 6-ны хооронд болох юм аа. Вот эта конвенция будет продолжать тематику и тему, которая была представлена на предыдущей конвенции. Да? То есть это как бы уже становится как бы серия конвенций. Может посещать и американские, и еще азиатские. Да? Это уже просто международная конвенция. Мы уже не разделяем американские или азиатские конвенции. Это просто конвенция. На таком же масштабе, как любая другая конвенция. За Азийн конвенц бол Америкт болсон их чуулганы үргэлжлэл юм аа. Сэдвэн орлоор тэр RISE гэдэг чинь тийм СЭР гэж манай Монголд орчуулсан байсан. Сэдвэн нь бол одоо яг л тэр сэдвэрээ үргэлжилсэн юм их чуулган юм аа. Окей. Так что вот как работает промоушен. Вот что нужно сделать, да? Вот, вы должны каждый месяц делать свой личный объем 150 LP. Мы знаем, что продукт стоит. Вы должны принимать на 100, на 150, вы, наверное, даже хотите принимать продукт даже на более чем 150. Потому что для меня 150 LP это мало, чтобы принимать все, что я хочу. Да? А дальше ранги Diamond, President, International и Gold все могут принимать участие. Вот. Эхдээ оногоор те бүтээгдэхүүн худалдаж авах ёстой сар болгоо. Тэгээ даймондууд харж байгаа президент даймонд, интернэшнл даймонд, голд гэдэг энэ дөрвөн цолтонгууд оролцож болох юм промоушн. Вот. Тогда в 5-6 месяцев, да, даймонд должен поддерживать свой ранг. Президент должен в 4, интернэшнл должен в 3 и голд интернэшнл даймонд должен в 2. За дараачхан харж байгаа те 6 сараас 5 удаа даймонд цолоо хамгаалах ёстой. Президентуд бол 6 сараас 4 удаа өөрийнхөө цолыг хамгаалж та, интернэшнл 3 удаа, голдуд 2 удаа. Вот, все очень просто. Я знаю, что каждый из вас в этом зале знает, как выдерживать свой ранг. Вы знаете? Да. За өөрийнхөө цолыг те хамгаалах гэдэг та нар ойлгож байгаа шүү дээ, ойлгож байгаа те. Вы умеете это делать? Ну, значит, тогда вы уже выиграли промоушен. Да. Тэгээд цолоо хамгаалах гэдэг нь ойлгож байгаа бол хийж байгаа бол та нар энэ промоушныг үгүй те одоо промоушны ядч болсон гэсэн үг. Нет, конечно, это не так просто, но с другой стороны, это не так сложно. Если вы один раз поддерживали ранг, вы можете 2 раза. Если вы 2 раза, вы уже можете 4 раза. То есть все так просто, нужно просто верить и работать. Правильно? Конечно, да. Отлично. Вот, тогда самый интересный момент, да, что вы за это получите. Вот, то, ну, потому что мы считаем, что именно тот опыт, который вы получите на конвенции, так ценный, да, так
такой ценный, то мы хотим мотивировать вас поехать сюда. Поэтому мы разделили бонус на две части. Одну часть вы получите просто по выполнению требований. Вторую часть вы получите только посетив конвенцию. За эн бонус, эн промоушн хоёр хэсэг хуваагдаж байгаа. Эхнийх нь бол тэ эн цолоо хамгаалснараа тэ та нар мөнгө чанар авна. А хоёр дахь хэсэг нь бол Солонгосын тэ Солонгост болох энэ Азийн их чуулганд оролцсныхаа дараа мөнгө авна. Вот, мы установили вот выплаты именно таким образом, чтобы, ну, чтобы они примерно, ну, может быть, не полностью покрывали все расходы на конвенцию, но хотя бы близко, да. Перелеты из России, из Монголии не так дороги, как перелеты, скажем, в Америку, во-первых, так что вам будет намного проще ездить. И с каждым рангом все-таки выплаты увеличиваются. Солонгос яваад ирэх зардлыг бодвол одоо зардлыг одоо даана гэсэн үг. Вот. Но может быть есть у вас несколько вопросов. Возможно, кто-то хочет знать, ну а что если я новый ранг закрою, что будет, да? Так что давайте посмотрим. Вот. Шин цол хамгаалсан болвол яах вэ гэж асуулт гарч магадгүй. Тэгвэл одоо тэрний талаар ярья. Вот. Так что если вы не хотите оставаться на вашем текущем ранге, я вас поздравляю, и для вас тоже специальный промоушен. За хочем өөрийнхөө одоо байгаа тэгээ цохон дээр байх хүсэлгүй цаашаага тэгээ дэше одоо цолоо ахиулах хүсэлтэй хүмүүс болвол өөр тусгай юм чанд авна. Так что на вот на президента можно вообще не смотреть, потому что вы здесь все либо президенты или выше. Да. За таныг хувьд мэдээж бол президентэс дээшээ гарна интернэшнл гэж хар ягд бол энд бол бүгдээрээ президентэд байж байгаа тийм. Ну, конечно, может быть, вам надо передать информацию партнёрам, да? Так что можно. Я багийн цага энийг бидээр танилцуулах болохоор энэ тухай ярьж байгаа маа. Ну вот, принцип тоже очень простой. Ежемесячный активность надо делать, да? Сар болгон 150 ононы бүтээгт хөдөлж явах хэрэгтэй. И тогда нужно достичь нового ранга и поддерживать его. Если президент, поддерживать 3 раза. Если интернешнл, поддерживать 2 раза. И если год, это опечатка, 1 раз. Да, тэгээд, энэ бол тэ... Уточни. Президент болчоод дараа нь 3 удаа тэнийг хамгаалах ёстой. Интернешнл тэ шинээр болоод 2 удаа тэнийг хамгаалах ёстой. Голдын талаар одоо асууна гэсэн. Голд бол 2 удаа биш байхаг нэг байж магадгүй ч. Энийг тодруулаад дараа нь хэлж байна. Ну, я думаю, может быть, вы уже заметили, что вот этот промоушен как раз очень хорошо дополняет другие промоушены, которые у нас уже есть. Например, если новый президент вот делает именно такие квалификации, что еще он может получить? Create Escape. За манад байгаа те промоушнуудад те энэ бол дим болно гэдэг та нар ойлгож байгаа бох те. Президент Diamond болчоод дараа нь 3 удаа тэнийг хамгаалах байдаг үлээ. Great Escape яадаг те. Тим учраас энэ дээрээс та нар мөнгө шагнал авах нь шүү дээ. А ещё на что он может квалифицироваться? Просто по умолчанию, просто автоматически. За энэ промоушн оролцоод ещё ямар? Тоже премьер клуб, да? Премьер клуб те. Шагнал авах шүү дээ. Так что смотрите, давайте возьмем, к примеру, нового президента, который в этом месяце закрыл ранг, да? И ранг поддерживал до июня следующего года. Что он получит помимо своих бонусов? Ну, во-первых, он получит $1000 по новому промоушену, еще 1600 примерно по Premier Club Pool, и еще поездку на Great Escape, еще, я даже не вписал, но поездку в Корею. То есть, супер. Если за тэгээд шинэ президент Даймондыг авч үзье. Тэрний жишээн дээр үзье. Шинэ президент Даймонд те одоо энэ 11 сард те президент боллоо те. Тэгээд дараагийн 6 сар дараа жилийн 6 сар хүртэл 3 удаа өөрийнхөө цолыг хамгаалдаг те. Тэр хүн юу авах вэ? Энэ промоушнаар $1000 авна. Дээрээс нь премьер клуб байгаа те. Манай одоо байгаа юу тэрнээс $1600 авна. Тэгээд Great Escape баярлалаа божин. Тэгээд бас сулгас явах нь үнэ. Здорово, да? Так что сейчас ваша задача, вот есть задачи.
Да? Во-первых, я хочу, чтобы вы каждый определили двух из ваших партнеров, кому это надо и кто это может делать. Хорошо? Два человека с каждого из вас. Кто может это делать? Вот, кто может это делать? Я хочу видеть много рук. Я хочу видеть все руки. Но смотрите, нет более выгодного времени, чем сейчас. Нет. Сейчас самый момент, да? Потому что, во-первых, такой щедрый промоушен может вообще не повторяться. Я вообще не видел такого раньше, именно такого щедрого. Потому что обычно они не все так хорошо дополняют друг друга. Сейчас вам как раз такой карт-бланш. Идеальный момент. За им сайхан промоушен зарчага болов биддер одо ашиг хэрэгтэй шүү. Тэ? Дахиж им промоушен гарч ирэх үгүй биддер мэдгүй. Анх удаага манай өдөрлөг им промоушен биддер зарч ирж байгаа. Тим учраас ашиглаа шүү. И с помощью этого промоушена я уверен, что если сегодня в этом зале 200 человек, то через год все будут не менее 400, точно, если не более. Давайте больше, я только за. Мы найдем место, это точно. Мы приглашаем всех. Так что поздравляю вас с тем, что вы здесь. Я заранее поздравляю вас с тем, что вы будете в Себу. Давайте будем там все вместе с нашими партнерами. Давайте. Ну, спасибо за ваше внимание.